Дорогие стартап-котики, спасибо вам большое за то, что вы были вместе с нами. Прежде всего, хотел бы поблагодарить команду стартап-котиков за все те передачи, которые мы вместе делали. Во вторую очередь, хотел бы поблагодарить участников этих передач. Ну и, конечно же, обязательно хочу поблагодарить всех вас, тысячи зрителей стартап-котиков, особенно тех, кто активно участвует, помогает нам комментариями, лайками, приводит других людей. А мы будем продолжать делать в будущем году то же самое, что и делали в предыдущих, пытаться помочь вам, ничего для себя не прося за это, кроме того, чтобы вы ставили лайки, делились, участвовали в дискуссиях. Ну и стартаперы и инвесторы будут продолжать то, что они делают лучше всего, то есть рисковать, строить и делать то, что самое главное для стартапа – растить стартапы и помогать стартапам расти. А всем вам в будущем году я желаю самого главного – это не успеха в бизнесе, а здоровья, счастья, любви, дружбы. И надеюсь, что за всей этой стартаперской инвестиционной гонкой мы все не будем забывать самого главного – отношения между людьми, того, что дружба, семья, любовь, близость, родство – это самое главное, что есть у человека. Все остальное – бизнес, деньги – достаточно второстепенно. Поэтому надеюсь, что всех нас ждет в будущем году здоровье, счастье, тепло, нежность, ласка наших близких людей. Выпьем за это, поднимем бокалы и пожелаем друг другу счастливого Нового года. Спасибо, друзья. С Новым годом!